Привет, зрители канала МакЛикбез. В этот раз не буду называть вас маководами, просто хочу пожелать всем тем, кто смотрел, смотрит или будет смотреть ролики на моем канале, прекрасных наступающих праздников. Год был достаточно странный для этого канала. После совсем печального 22-го, в 23-м я все же решил вернуться с новыми роликами. Хотел получить вашей поддержки и выпускать ролики для канала на постоянной основе, но, к сожалению, вы не оценили эту идею. Канал практически закрылся, и до сих пор какие-то периодические активности выходят только за счет поддержки на стримах и на канале Boosty. Ну, что ж, ничего страшного. Это мое хобби, оно таким было и таким и останется. С какой-то периодичностью ролики будут выходить, но ни о каком постоянстве речь, естественно, быть не может. В этом году суммарное количество просмотров на канале перешло через отметку в 6 миллионов просмотров, и для такого узкого направления, как мое, считаю, что это достаточно хорошо. Новых рекордов по количеству подписчиков у нас пока нету, но надеюсь, что, может быть, что-то изменится в будущем. Но это все суета, а на самом деле я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы все у вас было замечательно, чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы, чтобы все ваши устройства радовали вас, не ломались, и в целом у вас была возможность приобретать себе какие-то новые приятные девайсы, гаджеты и все, что вы сами захотите. Пускай следующий год будет лучше, чем предыдущий, а от лица сообщества МакЛикбез я желаю вам всего самого наилучшего. С Новым годом!